Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал Nordic Balance, где мы с вами готовим прекрасные маски в домашних условиях. И все это из натуральных продуктов. И сегодня героем нашей программы будет такая аминокислота, как аргинин. Это просто Нобелевская премия и все тут. Омолаживает, кровообращение улучшает и... вы увидите результат мгновенно. Вот я взяла для этой маски такую одну капсулку. Но самое интересное, что у нас в эту маску пойдут один желток, одна чайная большая такая ложка натурального йогурта, у меня греческий, чайная ложка оливкового масла или любого другого миндального, у меня, как обычно, мое жасминовое, которое я сделала, или же из лепестков роз. Главное, чтобы оно было холодного отжима. И одна чайная ложка арахисовой пасты. Она у нас выглядит вот так. И я ее покупаю, я не знаю, просто без соли, без сахара. Вот обыкновенная паста, вот такая вот она, такой консистенции. Пахнет чудесно. И самое интересное, что в ней также присутствует, как и в желтке, наш дорогой аргинин. Ну что, давайте смешаем все ингредиенты. Я, пожалуй, в наше масло отправлю йогурт и затем арахисовую пасту. Так, она такая, видите, густая, консистенция пластилина, как я говорю. Попробуем немножечко так смешать сначала таким образом, ручками, а потом добавим наш желток и вот эту самую волшебную капсулу. Вот, вы знаете, эту маску у меня девочки попросили записать из моего клуба «Мечты Виктории», потому что результат действительно как-то очень удивляет. Так, теперь отправляем наш желток. Красивый, желтый, как наша весна, как цветочки. Я очень люблю желтый цвет. И маски, в которые входит наш желток. Так. Еще раз перемешаем немножечко так. А потом я, пожалуй, попрошу помощи своего друга Венчика. Так, добавляем нашу капсулку. Та-дам! Вот так вот. Обязательно, девочки, мальчики, сделайте тест на аллергенность. Потому как, вы же сами понимаете, это наше лицо. Маску можно наносить, кстати, не только на лицо, на зону декольте, на руки. И получаете удовольствие. Вы знаете, она вымешалась очень даже хорошо, и мне даже не нужна помощь моего нового друга. Так что пусть он тут себе спокойненько лежит. А мы с вами пойдем сейчас в ванную комнату и будем наносить эту прекрасную маску. Смотрите, как она. Как обычно, покажу вам консистенцию этой маски. Вот она такая получилась у нас, ореховая прелесть. И начинаем наносить нашу маску на чисто вымытое лицо по массажным линиям. Она прекрасна. Наносится на лицо. А как она пахнет, мои хорошие. История этой маски тоже очень интересная. Я записывала рецепт для своих худеющих девочек. Я придумала такие корзиночки с кремом. Вот. И в тесто я добавляла арахисовую пасту. И вот она так обалденно пахла. Я, значит, прочитала, что же в нее такое входит. Все компоненты абсолютно натуральные. Там нет ни соли, ни сахара. Я подумала, боже мой, так надо же сделать и масочку какую-нибудь придумать. И придумала. И очень довольна этим рецептом. Маску можно наносить и на шею, и на зону декольте. Делайте ее 2 раза в неделю. Я так обычно говорю. Закончится эта порция. Все, сделали, делаем перерыв.
меняем масочку на какую-то другую, чтобы не было привыкания. О всех полезностях я обязательно напишу в ссылочке под этим видео, потому что здесь очень и очень много хороших компонентов. Можно на эту маску наносить несколькими слоями. Вот у меня она немножко подсохла, и я ее еще раз наношу на свое лицо. Конечно же, еще раз, как обычно, предупрежу, сделайте обязательно тест на аллергенность, потому что, мало ли, может быть, у вас, не дай бог, есть какая-то непереносимость на какой-то один из ингредиентов. Ну вот, так как-то мы сегодня с вами провели время. Опять же, повторюсь, чудесный запах и такое впечатление, что ты кушаешь прям десерт, когда делаешь эту процедуру. Ну, а сейчас обязательно присядьте, отдохните с чашечкой кофе минут 15-20, затем маску смойте теплой водой и можете протереть лицо после этой процедуры льдом. Например, я сейчас начала делать лед из алоэ. Тоже совершенно потрясающе, скоро вам отдам и это видео. Ну, спасибо, что заглянули ко мне на канал, спасибо за ваши комментарии, советы и поддержку. Всех вас люблю и до новых встреч. С вами была любящая вас Виктория. Пока!